Меня не было на самом деле сколько? Дня три, наверное. Но видео появилось на основном канале. Я оставлю в комментариях ссылку, вдруг кому-то будет интересно, про траты. Вот, меня спрашивают. Руки дошли до того, чтобы смонтировать, поэтому видео появилось. Так, в целом, чё, да мне просто нечего было рассказать по поводу экзаменов. Я что-то записывала. Сейчас надо будет в магазин сходить. Что-то вкусное хочу купить. Как будто, знаете, шоколадку взять, налить чай и просто всю шоколадку подчистую съесть. Я сейчас это вслух сказала, теперь я еще больше хочу шоколад какую-нибудь купить. Милку какую-нибудь. Потратить 2500 вон. Или сколько она там? 3, наверное, стоит. Дорогущая. И просто вот съесть, идти в отрыв. Сахарный. А давайте так, я включу кусочки, которые я там снимала, когда приходила экзамены сдавать. И потом уже вернусь с покупками и дорасскажу, что да как было, потому что я даже на экзамене спала. Причем на первом и на втором. Всем доброе утро. Вы бы знали, как сейчас хочется поехать на метро. Но нет. Я плюс ко всему очень поздно выхожу, потому что я встала 15 минут назад. Ну да ладно. Ой, погодка минус 3. Очень даже хорош. Я уже еле-еле ковыляю. Вот что значит один раз проехаться на метро. И все. Хочу еще. До урока осталось 5 минут. Я быстро забежала в круглосутку. Купила кимбап. Думала, сейчас поем. Но там на 5 этаже народ дофига. У нас сейчас небольшой перерывчик. Нас отпустили. Хочу съесть пару колечек. Взяла с тунцом и кимчи. Обжаренные. Ну что могу сказать. Мы сейчас прогнали аудирование. У меня из 14 заданий правильно только 8. Сейчас проходила мимо, решила зайти все-таки в Эмарт. Хотела пройти мимо ежика, но его тут уже нету, к сожалению. А зашла просто, чтобы взять что-то молочное, потому что что-то захотелось молока. Но если тут будет дорого, то брать ничего не буду. Если найду за 2000, это для меня, ну, плюс-минус норм. 2500, окей. То, что дороже, это все мимо. Я дома. Купила я себе молоко. Такой карабинь. Было самое простяцкое за 1900. И взяла вот такой вот себе вкусненький ужин. Это снова Амук. Конкретно эту фирму я не пробовала, это новый бренд по типу Ашана. Пахнет вкусно. Здесь получается 5 кусочков. Вот они. Естественно, это не сравнится с тем, как делают бабули на улице. У них постоянно есть бульон. Тут бульоны. Второй день экзаменов. Собственно, сегодня у нас аудирование и письмо. Надеюсь, сегодня я не буду спать на экзамене. Хотя, мне кажется, я усну. Взяла себе кимбап, но тут нельзя кушать во время экзамена. Повесили листочки, хотя я безумно хочу его попробовать, потому что тут написано лобстер. Никогда лобстер не ел. Но если я съем один кусочек, это же ничего. Я вернулась. Мы как раз досмотрели. Купила все, кроме папируса, потому что дальше все закрыто. На улице буквально никого нет. Я, конечно, фотку скинула со своими покупками в Телеграм, но покажу еще раз. Просто так захотелось поесть всякого. У меня, видимо, с голодухи глаз загорелся. Минус 10 тысяч вон, короче, если так. Ну, там 11... 700, что-то... Не, почти 12 получается. Минус 12 тысяч. Короче, что по поводу экзаменов. Я на первом, и на втором экзамене спала. При том, что на втором экзамене ко мне подошел учитель. И я вот так вот сижу, у меня реально падает голова. От того, что я засыпала, потому что я плохо спала на ту неделю. Очень мало спала. Там часа, не знаю, 4, 3... Пусть будет... Нет, 4. Ну, плюс-минус 4 часа я спала. И мне постоянно именно во время экзамена, а он где-то был в промежутке с 10
до 12:30 мне постоянно клонило в сон. У меня также было на уроках, но на уроках ладно, там я быстро встрепенулась, потому что все-таки идет какая-никакая работа на уроке, учитель что-то скажет, и надо работать. А тут ты сам с собой тихонько, и, собственно, так и получилось. Шоколадку не нашла, нашла вот эти штуки. Так что я сейчас, я это все съем. Я правда это все съем. Даже место, мне кажется, останется. Но очень хочется с чаем. Очень хочется. Я давно не ела шоколад, правда. Особенно вот такой молочный. Новый год отмечаем. Вот за эту хрень я отдала почти 5000. 5000 за 200 грамм. Не комментируйте, я знаю, что я... Угу. И взяла свою жирейку, я ее брала последний раз, наверное, в том году. Это мой самый любимый вкус, стоит всего 700 вон. Это вкус личи. Марку я, наверное, неправильно почитаю по-английски, но вот. Так что, если будете в Корее или если вы уже в Корее, попробуйте. Мне, правда, очень нравится. Другие вкусы, например, там виноград и что-то еще красненькое, персик. Для меня очень сладкий, а вот личи прям топчик. И не сладко, и со вкусом. Ну вот все, это все мои покупки. Сейчас сделаю рамен, потому что, ну, курка. Еще бы с куркой не поесть. Заварю горячий чай. Скушаю с шоколадками. И на вечер у меня будет вот что-нибудь посмотреть. Ютубчик с сырными снеками вот такими. И взяла, попробую бататовое молоко. Вот такой булочкой. Тут опять же красная фасоль, просто такой марки булочку я еще не пробовала. Вот попробую. Вот и все. Ну, что я хочу сказать. Наверное, видео не было, потому что я знала, что, ну, прям капец, нечего рассказать. Ну, так и есть. Если сравнивать с первым уровнем, то там я хотя бы переживала, у меня было волнение за то, что я сделала что-то неправильно. Но я хотя бы тогда сделала. Я отвечала на вопросы сама. Я все сделала, ну, я переводила, я думала. А тут я сходила на экзамен, ну, грубо говоря, на отвали. Вот честно. Вот как есть. Просто на отвали. Типа, нет, ну нет. Не знаю перевод, ну ладно. Просто вот это состояние какой-то усталости, опять же, не понять от чего, вот тут. Я каникулы жду, вот прям, вот реально хочется во вторник сходить на экзамен, ответить на вопросы в интервью, прочитать текст, уйти домой, в среду прийти, посмотреть на свои ошибки, которых... А, еще по поводу СГИ экзамена. Я, по-моему, не записывала ничего. Но я сдала пустой лист, там, где надо было писать сочинение. Я ничего не написала. Потому что из 4 вопросов на этом СГИ я могла ответить только на один. А зачем писать один? Ну, типа, я так подумала, это все равно будет все перечеркнуто красным. Лучше сдам пустой. Хотя тоже так делать не надо. Ну, у меня, правда, уже какая-то... апатия, что ли, к этому экзамену было. И задания, которые были на построение ответов на вопросы в предложениях, там было 9 предложений, и нужно продолжить или ответить, используя грамматики, которые даны в шапке. Я это тоже все пропустила. И это проспала. Ну чё уж, я это спала. Ужасный пример, но я говорю как есть. Я не хочу никого обманывать, что я там все написала неправильно. Нет, я нифига не написала. Ответы я понатыкала, ну, буквально рандомно. Я еще умудрилась списать 3 ответа буквально за 30 секунд до того, как сдавать экзаменационный лист. Это я тоже записывала в кружочек в Телеграм. Ну, короче, как-то так. Все, я реально жду каникулы. Жду вот 14, как я сказала, 13 у нас будет интервью и чтение в среду. Просто нам расскажут про наши ошибки и все такое. А 15-го я просто туда приду без настроения, без всего, получу бумажку о том, что я набрала столько-то баллов по всем дисциплинам, и там будет написано, что не прошла на следующий уровень, да и все, и пойду домой. Вот. Там еще непонятно, будем мы собираться, не будем мы собираться. Я тоже не знаю, пойду я, не пойду, потому что у всех будет радость. У меня, наверное, не будет настроения, хотя по факту мне, опять же, я была к этому готова, что я уже не сдаю, что я иду на повтор. Очень тяжело объяснить мое состояние, правда, очень тяжело. У меня у самой каша в голове, я не знаю, когда я в норму приду. А на самом деле каникулы мне нужны.
Вы знаете, просыпаться, и не надо думать, что вот тебе надо повторять, вот тебе надо там это зубрить, вот тебе это учить. Просто хочется проснуться, и ты такой, а что, я сегодня могу подумать о чем-то своем? Вот такое хочу. Ладно, если вы кушаете, вам приятненького аппетита. Я тоже сейчас буду переодеваться, немножко приберусь и пойду себе подогрею курку, буду есть. Так что встретимся уже, наверное, чуть попозже. Вечер добрый. Времечко уже почти 9. Я все попробовала. Курочка 10 из 10, но очень мало, прям очень мало. Вкусненькая. Надо было взять, правда, острую. Рядышком как раз она была, но вроде как острая была дороже на 2 с чем-то тысячи. Я такая, ну, возьмем такую сладенькую. Что по поводу булки? Вообще жесть. Просто сладющая бомба. Я ее в 2 захода уже ела. Я ее не доела. И, наверное, еще буду есть 2 дня, потому что там буквально 1 раз укусить. Такое ощущение, будто, я не знаю, сахар... Просто мешок насыпали, и надо вот это все жевать, все вот это трещит в сладючее. Ой, я сейчас вспоминаю, мне же это пить захотелось. Ну, шоколадки понятно, твикс вкусный был, она тоже, я их все слопала, причем сразу. С чаем зашли только так. Что по поводу молочка с батата? Ну, поставлю, наверное, 8 или 9 ежей из 10, просто потому что это какой-то новый вкус. Это реально странный вкус. Есть ощущение, что я никогда такого напитка не пробовала по вкусу. Не знаю почему, но конкретно вот это хочу записать, потому что вкус правда очень странный. Вкус сладкой картошки, вкус батата. Ну что, давайте пробовать. Сейчас трубочку. Пришло время. Как будто горелое сладкое молоко с морковным послевкусием. Ну, как-то так. Не, ну прикольно. Взяла бы я еще раз, наверное, да. Вкусно, я такого еще ни разу не пробовала. Да, вот как-то так ощущения остались. Желешку я еще не открывала, оставила на завтра. Что по поводу кукурузных палочек вообще не зашло. Там нет вкуса никакого сыра. Они просто не какущие, с какой-то, знаете, такой дешевой шоколадной помадкой. Это даже больше похоже на мастику по вкусу. Типа, вообще не мое. Лучше по классике взять чипсоны острые. Тогда моя душенька будет спокойна. Да и вроде все. Что я такое еще ела? Ой, ладно. Вот так мой день и закончился. Я уже лягу, сейчас свет повыключаю, да и буду, может, не знаю, в телефоне позалипаю. И снова вовремя лягу спать, в надежде, что завтра проснусь тоже рано. Ну, рано пока что для меня это до 10, это уже рано, когда выходные. Не хочется начинать выходной в 1, в 2, а то и в 3. Не-не-не-не-не, не хочу. Так что, всем пока-пока.